Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Возвращаюсь к проекту Плюс ПТС. У меня на канале есть видео. И я его удалю, друзья. Почему? Потому что у меня проблемы с сайтом. В общем, вчера вечером я отработала, все замечательно, так как захожу два раза в день, вот эти сейчас 10 баб рекламок, а вообще по 5 рекламок два раза в день дают просмотр. Ну так вот, вчера я отработала, все замечательно, сегодня утром захожу, логин нажимаю, мне пишут неверный логин или пароль. Я попробовала с другого браузера. Такая же проблема. Потом кликнула сброс пароля. Ввела адрес электронной почты. Опять пишут, что проблема какая-то там. Ладно. Я пошла сюда. Контакт. Нажала. И написала как бы письмо в поддержку. А потом смотрю, вот здесь есть адрес электронной почты. Ладно, сделала я скриншот. И уже с почты написала. Мне поддержка ответила, что довольно-таки обнадеживает. Сайт тут немножко лагал. Чего-то у него тут было не того. И сейчас я вам покажу, что мне поддержка ответила. Привет, как вы сказали, ваши учетные записи больше нет в нашей базе данных. Нормально, да? Мы думаем, что это может быть связано с проблемой перезагрузки сервера. Значит, что сайт лагал, была какая-то перезагрузка у них там, с которой мы столкнулись вчера. Пытаясь решить проблему, мы по ошибке удалили некоторых пользователей. Так что, кто в проекте, проверяйте, заходите и пишите службу поддержки, которых не смогли восстановить. Приносим извинения за возможные неудобства. В качестве вознаграждения мы создали для вас пользователя с балансом покупок в размере $10. Они мне компенсировали, как бы, да, я же депонировала $6 сюда, чтобы вы могли продолжить использовать Плюс ПТС, как раньше. Баланс реферала был потерян, но мы надеемся, что с бонусом $10 мы сможем вам компенсировать. Ну, нормально. Они, конечно. В общем, у меня полностью обновлен аккаунт. Все у меня по нулям. У меня уже и сумма была нормально на вывод. Как бы, ну и опять же таки 300 бабс поинтов. Это бонус. Кто не знает, регистрация здесь на простейшая, логин, email, пароль. Вот. Вот, они мне компенсировали $10. Также вот здесь во вкладочке находится реферальная ссылочка. Вот она. И реферальная ссылочка находится на домашней страничке. Спускаемся ниже, в самом низ. Вот она, реферальная ссылочка. Вот. И у меня по нулям все. Вот здесь баб-группы можно просмотреть. Это мне теперь все с нуля. Нужно опять начинать. Кстати, да, проект свежий. И я вам в прошлом видео не показала. Но здесь все умные и догадались посмотреть вот нее с новости. Стартовал он, по-моему, 25 числа. Сейчас гляну. Вот преланч 14.05, то есть предстарт, да, и 25.05 он стартовал.
выходит. Как-то так. И вот здесь что написано? Уже 30.05. Так, мы изменили нашу рекламную сеть, потому что та, которую мы использовали ранее, показывала некоторые программы-вымогатели и вводящую в заблуждение рекламу. Теперь мы показываем меньше баннеров и более качественный контекст. Спасибо всем за то, что оставили нам свой отзыв с уважением. Вот такое вот. А, не 25-го. Значит, мы очень рады сообщить нам, что запуск официально начался, значит, 14 числа он стартовал, друзья. Вот. Значит, ну а здесь техработа у 25.05 были. Вот такие вот дела. Теперь мне надо по-новому покупать. Как бы группу эту увеличить. Купить пакет. Значит, вот здесь 10 рекламок. Кто работает без вложений, вот такая сумма. Можно начинать без вложений, но без вложений это очень долго, по 3 цента в день. Вот, и я сейчас куплю пакет. Надо взять для этого ссылочку реферальную. Сейчас я возьму ссылочку, скопирую. Так, иду. И вот здесь опускаюсь ниже. Бил баб. Я покупаю. У меня на балансе $10. Конечно, меня это не радует. Минимальный депозит здесь от $2. Ставлю количество от пакетов. Сюда вставляю реферальную ссылочку. Уже баланс и покупаю. 26 тысяч у меня будет монет. Кликаю. Куплено. Вот видим, да? Я купила. И вот он. 31.05. Моя рекламка. Теперь возвращаюсь на домашнюю страничку. Уже баланс по нулям. И вот здесь мои баб-поинты. Значит, и что? Ну, вот такая вот у меня рекламка и была. Здесь все просто кликаем. Шкала, она быстро загружается. Бонус они мне дали. А то, что я депонировала, это ничего. Компенсирует мне. И все. Таким вот образом просматривать рекламку. И вот у меня уже тут баланс вывода. А здесь поинты. И также поинты как бы можно просматривать. 26, пока 10, а потом будут по 5 вот этих рекламок 2 раза в день. Так, точно так же кликаю, загружается шкала. Ну, то, что поддержка ответила, это уже, да, плюс проекту, конечно. Я думала, все, тю-тю на воркутю. А, я им написала еще то, что я, мало ли скажут, да, что у меня нет учетной записи, типа, может, обманул он. Я им взяла видео, ссылочку на видео, послала им видео, то, что я зарегистрирована, то, что я депонировала. Ну, вот там же видео показано, я же все делала в режиме онлайн, депозит. Вот. А вот здесь депозит, кликаем. Вот пэйр, минимум $2, тоже $2, и криптовалюта, вот здесь $2,
минимум и максимум 50. Вот как-то так. Я вот депонировала 6 долларов в прошлый раз, когда создавала первую учетную запись. Кликала депозит, меня перебросила на Pair, ну и там как бы все по накатанной. И таким вот образом. Ну, в принципе, на этом все. Как долго будет проект работать, я не знаю. Будем надеяться, он даст нам заработать. Вот. Давно не участвовала в таких проектах. Ну, вот, рискнула зайти. Посмотрим. Будет что выводить. Естественно, я запишу видео по выводу. Минимальный вывод отсюда 5 долларов. Всем удачи, всем пока.